Горячие головы. Глава сельского совета деревянной дубиной избила свою односельчанку. Ну вот палка, все, синяки вот. И вот ногу, и цепочку тоже порвала. Если задевают моего родного ребенка, я не помню, что я сотрудник администрации. Лицо народа. Ей для чего надо это было дано? На месте Ларисы Юрьевны, если бы у меня дети взрослые, у меня внуки, если бы случилось, я не знаю, может, еще и круче бы обошлось. Подробнее об этом и многом другом сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале Че.